И что-то тебе не по себе сразу же становится. Ты думаешь, блядь, что я недостоин, что ли, длинного ника? У всех, можно сказать, есть, а у меня нету. Если я хочу поставить какую-нибудь ламповую фразочку там, или просто у меня длинное имя и фамилия, я хочу себя занеймить в Стиме. И как это сделать, собственно говоря? Тебе я сейчас, братан, расскажу. Тут у нас очень много всяких советов дается в интернете, знаете, умников-то много. И зачастую такую, извиняюсь, хуйню советуют. В общем, один придурок в Ютубе говорил, что чтобы сделать длинный ник, ты просто замени китайскими иероглифами его, и чтобы эти иероглифы вместе соединившись визуально походили на какое-то, ну, слово, которое ты хочешь запилить. Но это, соответственно, называется и мозгоёбство, по сути, а не способ сделать длинный ник. Поэтому это мы отметаем сразу же. Второй эксперт игровой советовал, чтобы... Какая ситуация, парни, в Стиме? Ну и девочки. В общем-то, если ты хочешь поставить ник английскими буквами, то тебе будет дано в два раза больше сделать этот текст, чем если бы ты ставил русскими буквами. Как говорится, за одного битого двух небитых дают. Ну сейчас, ладно, сейчас немножко не об этом. Не в тему немножко это... Что-то, ладно. Друзья, в общем, получается какая тема? Ник английскими буквами вы можете написать в два раза длиннее, чем ник русскими буквами. И поэтому советуют английские буквы, которые идентичны русским, вставлять в ваш ник. И тогда у вас, собственно, он будет длиннее. Ну, вы поняли, да? То есть русская R равна английской P, русская, далее, русская N равна английской H. И вот тоже такой способ немножко... Ну, понятно, людям делать нечего. Но можете себе сделать такой ник. То есть заниматься там полчаса, придумывать этот ник, чтобы все это было. Но и все равно в конечном итоге последние две буквы у вас не влезут, и вы, в общем-то, лоханетесь. А я, собственно, как человек, ну, знаете, да, стример тот еще. То есть играть могу все это, доту тащу. Я с выходом нового игрового клиента просто одичал, конечно, от этого долбанного чата, считай. Раньше, как мы помним, можно было в нем все делать, все менять, все куда проще, чем вы думаете. Ну все, друзья, как поставить длинный ник в Стиме? Это очень просто. Нажимаем вот на этот плюсик, далее рядом с нашим ником на вот эту вот стрелочку и, собственно говоря, в самом низу изменить имя профиля. И тут давайте проверим, насколько длинное можно сделать имя. Русскими буквами пишем, ну, допустим, как меня зовут, Александр. Да, меня зовут не Израиль, к счастью. Родители позаботились о том, как меня называть. Все, вот, собственно, мое полное имя жмем. И да, вот оно тут у нас уже виднеется, то есть сохранилось. Все очень просто, друзья. Надеюсь, я вам помог. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь говорят правду. Научимся с вами зарабатывать на дотке, на КСке. Ну и сами знаете, у меня много полезной инфы на канале. Все, давай, подписывайся и удачного тебе изменения имени профиля в Стиме.